пушистая лесная красавица, буквально расцвела разноцветными и яркими гирляндами. Под гром аплодисментов Дед Мороз и Снегурочка зажгли елку, а праздничный фейерверк дал старт массовым новогодним мероприятиям. Весь вечер на площади царила атмосфера праздника и настоящего веселья. Взрослые дети играли и участвовали в конкурсах, водили хороводы вокруг главной героини торжества. А с импровизированной сцены горожан веселили и развлекали различные творческие коллективы нашей республики. С искренними пожеланиями от имени главы Карачаево-Черкесии и от себя лично к жителям республики обратился председатель правительства КЧР Индрис Кябишев. Хочу всем жителям пожелать, чтобы наступление Нового года вы отметили за такими прекрасными, богатыми столами, с хорошим настроением, и личным, и в семьях у себя, с согласием в семьях. И чтобы в новом году все, что вы хотите, оно свершилось. Это торжество открыло целую череду мероприятий, посвященных главному празднику года. Всего в Черкесске запланировано провести около 20 праздничных мероприятий. Это театрализованные представления, концерты, игровые и развлекательные программы, музыкальные сказки и спектакли. В новогодних торжествах примут участие тысячи мальчишек и девчонок, жителей Карачаево-Черкесии.